Приветствую вас на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы продолжаем наше путешествие по Сицилии. Мы отправляемся дальше. Из города Агридженто мы направились в город Скольетти, потому что у нас там живут родственники. Мы нашли на Airbnb вот такой вот дом. Большая комната с кухней, диван раскладывался. Спальня, ванная и терраса. А также в цену был включен зонтик и два шезлонга. И этот дом вот прямо находился на берегу моря. Покажи, Камила, где наша терраса, наша личная. Ну вот это типа наш домик здесь. Вот наша типа терраса личная. Камила, ну рассказывай. Да. Очень красивые такие цветочки. Вот. Дали нам такую сушилку. Но мы на ней не сидим, потому что ты выходишь из квартиры. Вот выход. Как-то сюда заворачивать, да? Не очень приятно. Ага. Мы все время вот тут сидим, тут все равно никого нет. А вот как бы остальные домики. У нас, считай, первый. И вот тут у всех такой тенечек. И вот так, как ее называется, мебель. У всех разная. Но тут как бы удобнее, потому что раз вышел и сидишь прямо как бы на своей лужайке. Вот на барбекю поставил. Красивые цветочки такие. Колоритно. Все белое. Вот. Такие разные тут у них. Они на каждой террасе разные. Тут вообще шезлонг. Можно лежать. Кто переел сицилийской вкуснейшей еды. Вот кто-то переел. Лежит. Маленький. Привет. Привет. Бандит. Мафия сицилийская. Задумывает план. Как украсть котлету. Он говорит, что он живет здесь. А, сейчас пойдем завтракать. Они такие, типа, что это мы на террасе их были. А я им объяснила, что мы типа котика смотрели. Да, так это он здесь живет, этот котик. Он местный. И ему тут дают водичку и покушать. Ну и вот самое интересное, значит, вот наш дом. А вот сразу бар и пляж. Сразу. Закрывается на ночь. Давай быстро. Потому что все кушают, уже все. Все, все поели. Давай. Иди выбирай то, что тебе нравится. И два, и мне капучино, пожалуйста. Ну и вот такой вот пляж. К нам, значит, нашу каждому домику, и нам тоже два лежака и зонтик. Значит, ну, сегодня море волны. То мы что-то придумаем. Значит, такой бар.
cocktail beach bar. Eight nodi, food and drink. Тут берешь завтрак. В основном сладкое, конечно, не очень мне нравится. И капучинка. Что примечательно, на этом пляже мы наблюдали просто потрясающие закаты. На следующий день мы отправились на вот такой вот пляж, бухточку при отеле Вилла Марина. У кого маленькие дети, просто замечательный пляж. Центр города тоже был очень красивый. Нам удалось даже поплавать с масками. Это четвероюродный брат Камилы, который живет в Сколите в Сицилии. Вечером мы отправились в город Витория гулять по центру. Очень симпатичный городочек. Несколько интересных фактов о Сицилии. Именно здесь родился и жил Архимед, один из самых знаменитых ученых в истории. Сонет, одна из самых известных поэтических форм, был изобретен сицилийским поэтом Джакомо Лентини. Знаменитый историк и философ Платон трижды бывал на Сицилии. Он не понравился местному правителю, и тот захватил его, а затем продал в рабство. Однако богатый поклонник Платона выкупил своего кумира и вернул ему свободу. Не менее знаменитый Цицерон долгое время занимал на Сицилии пост квестора. Во время жизни тут он написал около 800 речей. Сицилия является крупнейшим из всех островов Средиземного моря. Площадь Сицилии превышает 25,7 тысяч квадратных километров, что делает ее самым крупным из всех регионов Италии. Одно время Сицилия принадлежала Австрии. На следующий день мы поехали в замок Донна Фугата. Это место обрело новую жизнь после восстановительных работ хорошо известного в масонских кругах барона Ареццо. Провинциальный барон раскрыл тайну любовной нити Бьянки Наварской и князя Кабрера и увековечил столь прекрасную легенду в роскошном саду с лабиринтом. Он считается самым загадочным из всех замков Сицилии. Дворец Донна Фугата, история которого связана с Бьянкой Наварской, пытавшейся спастись от настойчивых любовных притязаний князя Кабрера. Испанский делец претендовал на руку и сердце молодой женщины, надеясь получить и право наследования сицилийской короны. В замке 250 комнат. Каждая из комнат элегантно обставлена мебелью и украшена живописными фресками. Выбор пейзажей и историй не случайный. За всем этим скрываются сицилийские страсти, тайны и секреты клана. Следующий город – Марина ди Рагуза. Этот город проснулся знаменитым после того, как начали снимать сериал «Комиссар Монтальбано». Здесь вы можете увидеть знаменитую террасу комиссара Монтальбано, а также его дом. Город полностью отреставрировали. Все дома, фасады, улицы приобрели новую жизнь.
городе появилось множество новых ресторанов, баров, кафешек. По нему очень приятно прогуляться. Следующий город, который мы посетили в Сицилии, это Рагуза Ибла. Место очаровывает своей природной красотой и роскошными замками. Рагуза – столица самой южной провинции Италии. Город состоит из современной Рагузы и Иблиевской Рагузы – Рагуза Ибла, в которой находятся такие старинные здания, как базилика Сан-Джорджо и церковь Сан-Джузеппе, выполненные в стиле барокко с богато украшенными фасадами, над которыми высятся колокольни. Мы были просто поражены красотой этого города. В городе находится очень много милых магазинчиков с сувенирами. Смотрите, например, на это платье, сделанное из различных видов пасты, макарон. Любители керамики также будут приятно удивлены. Следующий город – город Ното. Сегодня это оживленный город на склонах Иблиевских гор, восстановленный после землетрясения 1693 года. На главной улице города, Корсо Витторио Эммануэле, находится церковь Богоматери. На улицах Ното можно увидеть прекрасные дворцы в стиле барокко с богато украшенными кронштейнами под балконами из кованого железа. На площади Мадзини находится церковь Дель Крочефиссо, церковь распятия, в которой хранятся прекрасная статуя работы Лаурана, изображающая Мадонну с младенцем. В городе каждую весну проходит фестиваль цветов.